Блять, чувак не умеет двигаться. 5, 4, 3, 2, 1, go! Ха-ха-ха-ха, чё, блядь? Как он меня залил? Ну это аимбот. Ага, да, он знал, что у меня один хп, да? Пиздобол ебаный. Чё? Чего, блядь? Чего? Он убил меня в прыжке в полете. Вы видели это? Да, понятно. Третью карту Вирзи троллим. Чего? Играют уже третью карту. Охуеть! Вы видели это, как мы попали? Угу, нормально. Да. Чего? Ты, блядь, все пропустил. Это уже третья их карта. Блять, не, просто пешком ходит по всем картам. Просто, блять, пешком. Блять, это такой угар, блять, просто пиздец. Они, короче, сыграли аим-арену первую. И лост-арену. И сейчас био. Не, просто пешака ебашит все карты и въебывает. Да все, блядь. Опа. Да, не палите контору. Все знают, что это было. Охуеть! Все помнят, что вчера было. Ну, Вирзи не было. А не знаешь, что? Нет, он не знает. Чел сознался, что он 12-летний школьник, а Вирзи думает, что он читер. И, в общем, тут пиздец, он с каждого выстрела просто. А не знаю, как в меню заходить, там, игроков чекать. Он не знает, он просто говорит, что, ну, так не бывает, как он играет, это невозможно. Уже обвинил его во всех возможных. Охуеть! Его сейчас дверь убьет. Блять. А это вы видели? На Hell2DM TV вышло. С Вирзи. Да. Я там орал с момента, когда он, блять. Ну вы поняли. Сейчас еще 3 ролика выйдет. Блять. Я охуел, я увидел, ну типа, на видео вполне адекватно выглядит парень. Я думал там, ну типа, то что он чушь такую несет. Он вообще не парится, просто бежит, блять, на меня.
будто, блядь, просто главное шаг вперед. Ой, блядь. И когда 1 апреля было, разыгрывали Вирзи, короче. И он... Ну это продолжение. Это продолжение. Блядь, acting like the noob. Блядь. Ну реально читы какие-то. Он каждое килл его обвиняет в читерстве разном. Блядь, почему он не дергается сейчас? Ну, он нормально играет. Вирзи, он же может там, типа, крутиться и так далее. Ха, улыбать лошара! Ебать! Пацаны! Отсалить! Я поразительный ебать. Чувак, конечно. Зачем вы мьютите друг друга, блин? Охуеть! Может, уток ебанем и в конце признаемся, что... Что это не... Ну, блядь, всё! Охуеть, а чё? А я хз, как это лучше вскрыть. Это пиздец. Этот килл, конечно, потрясающий. Он нас не простит за это, Вирзи. В смысле? Да, с гранатой смешно было очень. Да, да. Пусть... Бля, просто Вирзи от меня такой подставы не ожидал. Охуеть. Ебать. Вы что, на приколе что ли? Типа, блядь, что за детский сазвор? Ты либо хуйню несёшь, либо вы меня опять троллите, как дебилы, блядь, на 1 апреля. Типа, взяли, блядь, это что такое, нахуй? Охуеть. Блядь, охуеть. Что за хуйня? Что за блять? Сука! Я сейчас сдохну. Охуеть просто. Должно выйти на Хэлбладен ТВ. Мне кажется, оно выйдет. Это просто, ну, пиздец. О, ладно. Третья карта угара. О-о-о-о. Кстати, он больше всего горел на Аймарене. Это был пиздец. Карта? Да, это третья карта такая. Пиздец, я все пропустил, как всегда. Да. Ну ладно. А чё, охуеть. Он просто не может зайти в список игроков, там статус консоли пробить. Ну, блять, это как бы легкий путь, это не для Вирзи. Охуеть. Реально охуеть. Охуеть. Как он ловит? Бля, почему смешно? Я вижу тут эти андачи, а имбот, блядь. Реально, да, все на свете, блядь. Блять, ему нужно, знаешь, иногда ходить на В, да, вот так вот, типа стоя, просто ходить. А иногда нужно распрыг показывать. Он слишком в роль вживается. Чё ты тут, блять, варежку свою открыл, ты? Чтобы он охуел вообще там, типа. Слышишь, кому, ебало, оф, нахуй. Пошёл нахуй отсюда, кто тебя сюда позвал? Я сам, блять, позвал. Вообще ничего не будет. Я ничего не сделаю, блядь. Нахуй тебе. Сука, нахуй. Слышишь? Я знаю, где ты живешь, блядь, я на коменде, ёбаная. Знаешь, что я сделаю, нахуй, блядь? Я... Коменду максимум... твою взорву. Я максимум обниму тебя, пидорас. Чел, я тебя на руки возьму, и мы будем кружиться. В баре, блядь.
чмо, блядь. Опять с этой гейской темой сюда заскочил бы. Так ты сам обниматься начал, блядь, я уж просто поддержал. Ну да, пошел я нахуй, блядь. Да, да. Я не могу, блядь. Блядь. Бать. Понял прикол, блядь, фака, ты пидорас ебаный. Ты, а вдруг стримит кто-то, а ты вот такие слова говоришь? Кто, кого извините. Стримит, блядь? Он чего, стримит. Блядь? Первый раз, что это было, блядь? Кто-то видел, блядь? Ладно. Лох, блядь, ебаный, блядь. Там с центра нужно 3 ДНК. Самое первое, где он выгорел, это на Аймарене, потому что он там просто, блядь, ну, вообще в шоке был. Он думал, его на изи разъебет. Верзи думал. Потому что он просто пешком ходил по карте. А, кстати, ком... Нету демки, как они договаривались об этом всем. Я сейчас все расскажу, предысторию. Щены Кавы сидит не под этим ником на Кавах. Я захожу. Ну и мы с ним распизделись там о том о сём, блять, базарим. И тут заходит Вирзи. Вирзи такой мне говорит: так, Куст, пошли один на один, надо мне размяться. Я говорю, блять, я только что уже наигрался, ну типа, блять, не хочу вот сыграть с этим вот нубом. Как бы на нем разомнешься. Он типа как-то, ну. Вот. И Вирзи такой, ну. Сейчас я такую хуйню, я бы бан тебе дал. Ты что, хуйню несешь-то, блять? Чел не говорю... банится, блядь, типа... Подожди, он не знает, что это... Что? Блядь, что? Я же рассказал предысторию. Я говорю, ну, что да, сыграй с этим ноунеймом. Типа сыграй, ну, вот на нём как раз разомнёшься. Да, блядь, да, да, это не. А он не выкупает? Он не может нет, юг, нет, блядь, нет, он да не может. Да не, он троллит. Нет, если ты не выкупаешь, блядь. Фак, я ёбаный. Ну я-то здесь сколько нахожусь, я-то думал о том, как кружиться с тобой будем в белом танце. Ну он до сих пор тоже не выкупает, потому что он... Ну и потому мы, короче, мы... потом забайтили его на третью карту вот уже. Чтобы доказать, что он читер. Мы его типа смотрим и демки пишем. Самое забавное пропустили, походу. Да-да-да, все пропустили. Самый тролль это был Аим и Lost Arena. А когда началось все? С Аим Арены. Бля, а нету, ну типа, как вы разводили его? На демку никто не записал? Бля, нет, ну на Аим Арене там закрутил. Начало было. Это что такое, блядь? Развод, да? Это что за прикол, блядь? Я, блядь, вообще просто, блядь, можно эту демку, блядь, ставить? Это как это такое вообще возможно, блядь? Да он не нравится, нихуя. Да не, я не верю, нельзя таким тупым быть, вы чё? Ну, посмотришь да демку на Аймарене и все поймешь. Да, он уже выкупил, он, мне кажется, под, ну, поддерживает ты образ просто. Охуеть, да. Ну, 1 апреля там все в Дискорде происходило, а тут вообще как-то, ну, все проверить можно легче. Ну, он не умеет, видимо. Да не, мне кажется, просто Вирзи, он поддерживает роль интертейнера, я не верю. Бля, не знаю, 3 карты подряд, это как бы жестко. Он бы лучше сыграл бы ТДМ. Как можно 3 карты подряд это терпеть? Ну вот. Читера как он. Да. Слушаю, нахуй, слушаю, блядь. Да. Блядь, вообще играет в компьютере, блядь. Еп. Блядь, смешно. Не, ну просто... Да, прикиньте сейчас... Я Нии напишу, короче, сейчас. Вот, и скажу ему, слышь, давай сейчас с тобой сыграем и слей мне. И я его разъебу, и у него вообще, короче, взорвется жопа у Вирзи. Ну да. Не дастся никак. Почему? Не, мне даст. Постоянно. Не даст. Не то, что ты. Не то, что ты. Я тебе постоянно даюсь. Пидорас. Бля, я не знаю, как это вскрывать, это, ну, это пиздец. Он не поверит в то, что это не я. Да то, что он сам себя забавно убивает и не попадает, вот это больше всего. Это проклятие, ну... Как бы не на него проклятие не, навёл. Как... Да не, короче, мне кажется, Вирзи угорает. Не, он знает всю хуйню. Ну, может, и не знает, кто это, но он понял, что это уже шутка опять. Да нет, чел, блядь, пешком ходит по карте, и он, ну, блядь, не понял он нихуя.
Его бесит это, что чел не может так ходить. Подожди, а это именно аккаунт не или фурт какой-то? Это его, не аккаунт. Блядь, да ну нахуй, пацаны, вы чё? Серьезно, серьезно. Почему он, блядь, еще в игре? Я не понимаю, куда Эвил смотрит? Почему читера этого, блядь, не забанили до сих пор?